Дорогие друзья, добрый день. Мы рады приветствовать всех очных и онлайн-слушателей цикла лекций Next Generation Medicine. Позвольте вам представить нашего сегодняшнего потрясающего спикера Юрий Сергеевич Поликанов, профессор Департамента биологических наук Университета Иллинойса в Чикаго. Юрий Сергеевич свое образование получил в МГУ, после чего отправился в аспирантуру в США и как постдок уже работал в Йеле. В данное время Юрий руководит лабораторией и сегодня представит нам лекцию, которая непосредственно связана с темой его работы. Юрий, вам слово. Большое спасибо за вступление. Меня слышно? Окей, хорошо. Сегодня мы будем говорить про такие антибиотики, которые называются макролидами, и будем говорить много про рибосомы. Я, естественно, расскажу подробно, что такое макролиды, что такое рибосомы. И в связи с разворачивающейся ситуацией в мире, наверняка многие знают или слышали про макролиды, поскольку это одни из таких наиболее часто используемых антибиотиков для лечения последствий ковида. Вот, поэтому наверняка многие слышали такие названия, как азитромицин или кларитромицин. Вот это вот есть те самые антибиотики, про которые сегодня будем с вами говорить. Ну, для начала несколько как бы общих слов, так чтобы примерно я понимаю, что аудитория как бы не совсем общая, то есть в массе своей это студенты, которые уже много чего знают и в биологии, и в медицине. Но позвольте просто несколько таких общих введений. Мы с вами все интуитивно понимаем, что инфекционные заболевания — это очень плохо. Вот. Интуитивно мы тоже понимаем, что инфекционные заболевания — это такие заболевания, которые передаются от одного человека другому легко, в отличие, скажем, от заболеваний сердца, которые нельзя так передать. На самом деле эти заболевания являются фактически вторым, часто иногда бывают первым, первой причиной основных смертей вообще в мире. И заболевания эти вызываются, как правило, патогенными микроорганизмами. И мы понимаем, что именно это именно то начало, которое может передаться от одного человека другому. При этом мы с вами знаем, что есть проблема — это патогенные микроорганизмы, инфекции, которые они вызывают. Но есть и решение. И решение это было найдено много-много десятилетий назад, больше уже 70-80 лет назад, под названием антибиотики. Это лекарства, которые убивают бактерий и не убивают нас. И, соответственно, лечат инфекционные заболевания у человека. Есть проблема, есть решение. Почему вообще об этом говорим? Говорим мы с вами об этом просто потому, что наверняка все слышали про такую серьезную проблему, как устойчивость патогенных бактерий к часто используемым антибиотикам. Это просто я привожу некие такие примеры из масс-медиа, которые просто иллюстрируют как бы важность этой проблемы. Именно проблема того, что микроорганизмы быстро вырабатывают устойчивость к антибиотикам, которые используются против них. То есть они к ним привыкают. Более наглядно, то есть предыдущий слайд это больше, скажем, более развлекательный характер нес, то есть более наглядно и научно это можно показать на следующей схеме. Здесь слева показан год, когда на рынок был выпущен тот или иной антибиотик, например, тетрациклин или эритромицин, а справа год, когда была найдена устойчивость, или впервые была зафиксирована устойчивость к данному антибиотику. И вы можете видеть, что неважно, когда антибиотик был выпущен на рынок, рано или поздно к нему всегда будет устойчивость. Просто потому что бактерии настолько быстро эволюционируют, что они умеют адаптироваться к ним. Есть очень интересный пример левофлоксацина, которому устойчивость первая была детектирована еще даже до того, как он попал на рынок. Так вот, неважно, сколько у нас есть антибиотиков, важно то, что рано или поздно они все станут бесполезными. И поэтому нам нужно постоянно пытаться придумать, разработать новые, которые можно будет использовать для лечения инфекций. Здесь несколько цифр. Наверное, они, может быть, не сильно интересны в России, поскольку это данные CDC в Америке и довольно устаревшие. Но в данном случае даже не важно, устаревшие или нет, просто чтобы порядок цифр. То есть это миллионы заболеваний инфекционных в год, это десятки тысяч смертей, вызванных именно бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, против которых нет лекарств, способных их вылечить. И стоит это просто колоссальные деньги в одних только Соединенных Штатах Америки. То есть это миллиарды долларов.
Для сравнения, бюджет национальных институтов здоровья 32 миллиарда. То есть последствия от смертей в финансовом плане еще больше. Очевидно, что вот та самая устойчивость бактерий к антибиотикам делает существующие антибиотики неэффективными. И понятно, что нужно постоянно придумывать новые. Это некая такая гонка, в которой нужно постоянно бежать. Пока бежишь, еще есть шанс выжить. Как только останавливаешься, есть большая вероятность того, что бактерии, которые вызывают наши заболевания, рано или поздно адаптируются ко всем известным антибиотикам, и мы ничего с этим не сможем сделать. Наглядный пример того, как антибиотики, которые работали на неком патогенном штамме, условно некой бактерии, которые работали в 2009 году, в 2019 уже не работают. Здесь просто показаны чашки Петри, вот эти маленькие диски из фильтровальной бумаги, пропитанные антибиотиком. Некая темная зона вокруг означает, что бактерии погибли в результате действия антибиотика. То есть тот же самый антибиотик, который действовал на этих бактерий в 2009, в 2019 уже не работает. Это просто наглядная иллюстрация того, что такое антибиотичная устойчивость в жизни. Наверное, не лишнее будет сказать вообще, откуда антибиотики изначально происходят, то есть откуда вот происходят сами молекулы антибиотиков. Вообще антибиотики — это вещества натурального происхождения, то есть они происходят из природы, то есть это не человек их придумал, то есть их придумала природа, человек их просто позаимствовал. Как правило, все вещества, которые мы называем антибиотики, используем как лекарства, это вещества, которые продуцируются микроорганизмами и используются ими просто как оружие, друг против друга. Даже не столько оружие, сколько просто способ общения друг с другом. То есть у нас с вами есть вторая сигнальная система, то есть мы с вами можем общаться. Вот мы можем разговаривать, как сейчас мы с вами общаемся, и мы можем сказать, вот это моя территория, сюда ходить не надо. И этого достаточно. У бактерий нет такого способа общения. Они общаются с помощью вот таких вот химических веществ. То есть они их выделяют в окружающую среду и тем самым не дают другим бактериям распространиться сюда. И смысл этого сообщения именно такой, что здесь моя территория, сюда, здесь вам не место. Ну, то есть другому виду тех же бактерий или другому виду бактерий, которые, возможно, рядом живут. И бактериям дела нет до человека, на самом деле. Они вырабатывают эти антибиотики и знать не знают про человека, и используют их исключительно для уничтожения друг друга. И то, что на самом деле, собственно, мы, люди, открыли, ну, как человечество, обнаружили эти вещества, это просто как бы некая такая счастливая случайность. Собственно говоря, здесь обложки журнала Time, соответствующих годов, когда Селман Ваксман и Александр Флеминг были названы людьми года за то, что первый открыл стрептомицин, а второй открыл пенициллин. Наверняка слышали про это. Важно еще отметить, что большинство микроорганизмов что-то допродуцируют, то есть, иными словами, продуцируют какие-то молекулы, которые потенциально могли бы быть антибиотиками, просто потому что это их способ общения с окружающим миром. Так, важно, что важно запомнить из этого, это то, что большинство молекул, которые мы называем антибиотиками, используем как лекарства, это вещества, позаимствованные человеком из природы. И в природе они используются совершенно для других целей. Они используются бактериями для общения друг с другом. Ну или для убийства друг друга, скажем так. Какими критериями должны обладать антибиотики, чтобы мы могли их использовать? Они должны быть специфичными и селективными. То есть, ну вот, например, то есть мишень антибиотика должна присутствовать в бактерии и не присутствовать в человеке. Как, например, клеточная стенка или такой фермент, как ДНК-гераза. То есть эта клеточная стенка есть в клетках бактерий, но ее нет в наших с вами клетках. Соответственно, пенициллин, который блокирует синтез клеточной стенки, он подавляет рост бактерий, но ничего не делает с нами. Либо эти мишени должны быть разными. Настолько разными, что будет молекула, которая будет связываться с мишенью, допустим, рибосомой в клетке бактерий и не будет связываться с рибосомой в клетке животных. Собственно говоря, здесь я просто представил некое
ну, как бы общий взгляд на то, какие основные мишени в клетках бактерий для антибиотиков. И особо хотел бы подчеркнуть, что рибосома является одной из таких излюбленных мишеней для антибиотиков. Если останется время, можем, естественно, поговорить на тему о том, почему именно рибосома была выбрана природой для этого. Для этого на это есть очень много соображений. Но пока просто примем это как данность, что большинство из антибиотиков, которые используются в клинике, врачами конкретно, да, то есть уже дошли до клиники, это больше половины из них всех — это все рибосомные антибиотики, то есть вещества, которые связываются и работают через рибосому. Вот, собственно, она самая рибосома. То есть это огромный макромолекулярный комплекс, который, как вы знаете, присутствует в клетках всех абсолютно без исключения живых организмов и отвечает за, пожалуй, самую важную функцию во всем живом — это биосинтез белка. Рибосома состоит из двух субъединиц. Малый, вот здесь показано желтым цветом, и большой, показанный синим цветом. В рибосому приходят молекулы матричных РНК, которые приносят аминокислоты, и рибосома занимается, собственно говоря, полимеризацией этих аминокислот в полипептидную цепь и синтезом белка. Об этом я говорить не буду, поскольку это, можно сказать, еще несколько целый курс лекций отдельных. Вот. И, наверное, это не сильно важно для нашего сегодняшнего обсуждения. Важно помнить, что рибосома — это огромная машина, которая присутствует абсолютно в каждой клетке всего живого и отвечает за, пожалуй, одну из самых важных функций — это биосинтез белка. Почему важных? Потому что все наши функции нашего организма, 99, наверное, процентов функций — это функции, связанные с белками. Ну, например, сокращение мышцы, или вот я вас сейчас вижу, вы видите меня, это тоже благодаря белкам. Пищеварение в желудочно-кишечном тракте. Назовите что угодно, практически все связано с белками. Рибосома — это именно то место, где это все синтезируется. Так вот, структурное изучение рибосомы, особенно структуры высокого разрешения, оно на самом деле полезно и важно для разработки новых антибиотиков, потому что по трем причинам. По причине того, что это позволяет нам понять механизм работы антибиотика, а следовательно, мы можем придумать, может быть, как улучшить его. Как работают механизмы устойчивости к этому антибиотику. Ну и, собственно говоря, информация о механизмах работы, механизмах устойчивости может нам помочь улучшить имеющиеся антибиотики. Вообще структурные исследования рибосомы начались очень-очень давно. И вот это вот картинки, на самом деле, из лекций, когда я еще был студентом 4 курса на спиринских лекциях в МГУ. И вот он показывал, собственно говоря, это представление о структуре рибосомы 1976 года. Это такая модель низкого разрешения. Понятное дело, что это макромолекулярный комплекс, эта машина всегда привлекала огромное внимание ученых-молекулярных биологов с точки зрения структуры, потому что все хотели понять, как же она устроена. И на самом деле, благодаря просто титаническим усилиям огромного количества людей, огромного, не только тех пятерых, которые здесь показаны, вообще огромного количества лабораторий, огромного количества людей, сегодня мы, во-первых, мы имеем очень много структур, просто превосходного разрешения рибосомы. Мы знаем очень много о том, как она работает и как она устроена. Но главное сейчас структура рибосомы, если когда-то за 20 лет назад, за это не 20 лет назад, это было 11 лет назад, но саму структуру сделали в 2000 году. Если за это когда-то дали Нобелевскую премию, то сейчас сделать структуру рибосомы — это примерно как почистить зубы утром. То есть это такая же рутина, превратилась в такую же рутину. И если тогда за некую очередную структуру рибосомы можно было сразу публиковать статью в Nature или в Science, то теперь это должна быть работа, которая включает несколько лабораторий, в которой полноценные исследования в разных направлениях, и только тогда можно опубликовать ваши исследования в хорошем журнале. Итак, мы имеем атомную структуру рибосомы на сегодняшний день. Возвращаемся к антибиотикам. Антибиотики, на самом деле, как правило, кусают рибосому не случайно в каких-то непонятных местах, а во вполне определенных. Они всегда связываются и работают в функциональных центрах рибосомы. Можно выделить два основных, конечно, их больше, чем два.
это так называемый декодирующий центр, где молекула матричной РНК распознается антикодоном транспортной РНК и происходит так называемый декодинг, либо в каталитическом центре, в пептидилтрансферазном центре, в котором аминокислоты полимеризуются и формируют полипептидную цепь. Также есть некий туннель, через который растущий белок выходит из рибосомы. Это тоже, на самом деле, мишень для антибиотиков. Вот. Здесь некая, без относительно того, какие антибиотики представлены, просто несколько десятков наложенных структур рибосомы в комплексе с антибиотиком, чтобы показать, что на самом деле излюбленный сайт антибиотиков на большой субчастице — это вот как раз пептидилтрансферазный центр. На мало их чуть больше, вот декодирующий центр, это P-сайт. Ну, мы сегодня не об этом. Давайте сфокусируемся на большой субъединице. И на самом деле я сегодня хотел как раз основную часть лекции посвятить именно конкретному классу антибиотиков, который называется макролидами. Это антибиотики, которые связываются в туннеле, очень близко от каталитического центра, в туннеле рибосомы, ровно в том месте, через которое должен проходить пептид, то есть, ну, пептид или синтезируемый белок. Прапрадедушкой всех макролидов является эритромицин. То есть это самый первый антибиотик из этого класса, который был открыт, если я не ошибаюсь, в 1949 году, и он был разрешен к применению FDA в Америке в 1953. Это очень быстро, на самом деле. И более того, что самое интересное, что если бы его сегодня открыли, то есть если бы мы не знали его все это время и открыли сегодня, то он бы никогда в жизни не прошел бы через огонь, воду и медные трубы вот этого процедуры принятия лекарств к применению. То есть это просто такая интересная заметка. С тех пор, как был открыт эритромицин, появилось несколько классов. Это уже синтетические классы, то есть, например, азитромицин, кларитромицин, который широко используется для лечения постковидных осложнений, которые фактически, ну, понятно, что вирусную инфекцию лечить антибиотиком — это может только тот, кто, наверное, не учил биологию ни в школе, ни в университете. Но тут есть тонкость. Тонкость заключается в том, что вирус SARS-CoV-2 очень сильно ослабляет иммунитет, и главное, что легкие повреждаются. А уже вторично присоединяются много разных инфекций, бактериальных, конечно же, которые как раз идеально лечатся этими антибиотиками. Так вот, макролиды называются макролидами, потому что у них есть так называемое макролактонное кольцо, ну, с химической точки зрения. Это макролактонное кольцо, оно декорировано разными сахарами. В случае эритромицина это два сахара. Один называется дизозамин, у которого есть азот, а второй называется кладиноза. Собственно говоря, это у меня так вот оно здесь у нас подсвечено. Вот. И почти все макролиды имеют макролактонное кольцо разного количества, с разным количеством атомов углерода, бывает 14, 15, 16, но все они имеют дизозамин или что-то крайне похожее на дизозамин. Поскольку если мы посмотрим на имеющиеся структуры с рибосомой, то увидим, что дизозамин любого макролида образует очень важную водородную связь с нуклеотидом А2058 в 23 СРНК в большой субъединице. Вот все макролиды, которые известны, вот все вот имеют вот такую связь с рибосомой. То есть это самая, наверное, важная водородная связь для связывания макролида с рибосомой. У всех у них есть это. Вот кладинозы может не быть, макролактонное кольцо может быть больше, может быть меньше, здесь может быть еще какой-то сахар. То есть вот много всего разного может быть, но вот это всегда постоянно. Так вот, мы знаем, что мы уже знаем, что макролиды такие замечательные антибиотики, но к ним есть устойчивость, к ним вырабатывается устойчивость. И она происходит следующим образом. Значит, вот у нас есть нуклеотид 2058, который я вам только что показал. И есть такая группа ферментов, которая называется ERMI, ну или по-английски это Erythromycin Resistance Methyltransferases, то есть метилтрансферазы устойчивости к эритромицину. Изначально так их назвали. Это метилтрансферазы, которые метилируют, монометилируют А2058 и диметилируют А2058. То есть когда у нас этот нуклеотид в активном сайте рибосомы метилирован два раза по вот этому атому азота, антибиотики, макролиды не работают. То есть бактерия становится устойчивой. То есть все, что нужно патогенной бактерии для того, чтобы перестать отвечать на макролиды, это всего лишь получить ген
R-метилтрансферазы. Вот. А как вы знаете, бактерии, они очень любят горизонтальный перенос генов делать. То есть то, что нам, человеку, в принципе, неведомо, для бактерий это повседневная жизнь. И они могут спокойно обмениваться плазмидами, на которых, собственно говоря, закодированы эти гены, и один вид бактерий может другому, так скажем, передать эту устойчивость. Ну вот здесь просто наглядно в цифрах показать, что такое эта устойчивость. Два разных штамма стрептококка пневмонийного. Дикотипный штамм обладает чувствительностью к разным макролидам: эритромицину, телитромицину, солитромицину. Чем ниже вот эта цифра, тем более чувствительна. То есть это концентрация антибиотика, при которой бактерии начинают умирать или просто не растут. То есть чем меньше вы антибиотика дали, грубо говоря, чем меньше эта цифра, означает, тем при меньшей концентрации достигается тот же самый эффект. То есть чем она меньше, тем лучше с точки зрения антибиотика, как, с точки зрения его эффективности. Но стоит нам только заэкспрессировать этот ген, один из генов ERM, их много разных. То есть это целое семейство генов, они из разных бактерий происходят, и они все гомологичны, естественно, вот, и все они метилируют 2058. Стоит нам только заэкспрессировать этот ген, и устойчивость вырастает просто тысячекратно к макролидам. То есть этого одного гена достаточно для того, чтобы клетки стали нечувствительными к этим замечательным антибиотикам. На самом деле здесь еще такое есть небольшое, можно сказать, можно философски задуматься об этом вопросе. Вы представляете, вот рибосома какого она размера? То есть это 2,5, в бактерии это 2,5 мегадальтона. То есть это огромная такая махина, можно сказать, на молекулярном уровне. А тут мы добавляем всего лишь одну или две метильные группы. Что такое метильная группа? Это 12 плюс 3, 15, да? То есть мы всего лишь добавляем, ну, если водород убрать, то 14. Всего лишь добавляем 14, либо 28 дальтон к 2,5 мегадальтонам. И вот получается, что такой маленький комарик может убить такого огромного монстра просто одной метильной группой, ну или двумя. Как же это все работает? Для того, чтобы нам, в принципе, начать думать, как придумать, потому что все эти 70 лет думают, как сделать макролид такой, чтобы он работал и вот против этих товарищей, чтобы все, кто экспрессирует ERM-ы, стали, потому что это основной механизм устойчивости к макролидам в клинике, то есть вот в клинических патогенах. Так, собственно говоря, как бы, как же, для того, чтобы нам хотя бы начать думать в направлении того, как придумать такой волшебный макролид, который бы всех этих бактерий убивал, нам нужно еще понять, как этот механизм устойчивости работает. Ну, понятно, что уже много-много лет назад было предложено самая простая из возможных гипотез, как это работает. Это так называемый прямой, можно сказать, конкурентное ингибирование. То есть это метилирование данного нуклеотида приводит к тому, что антибиотик не может больше связаться с этим нуклеотидом и, собственно говоря, не связывается и не работает. Это самое очевидное и наиболее, ну, первое, что можно предложить. На этот счет, естественно, были статьи. Другая модель — это то, что метилирование данного нуклеотида в активном центре рибосомы приводит к тому, что это же явно происходит на ранних этапах сборки рибосомы. Это приводит к тому, что происходит некая перестройка того, как 23 СРНК сложено, и в результате этой перестройки все там становится совсем не так, и уже антибиотик не может связываться со своим сайтом. Вот. Так это или нет, какая из этих моделей правильная, мы, собственно говоря, и попытались понять в наших исследованиях. Вот. Ну, для того, чтобы, во-первых, понять, какая модель правильная, нам нужно для начала просто сделать эту структуру с высоким разрешением, увидеть модифицированный нуклеотид и понять, как это работает. Вопрос с технической точки зрения или даже с экспериментальной, вопрос довольно сложный, потому что для наших исследований, вот недавних, в которых мы, собственно говоря, добились очень высокого разрешения, 2,3 ангстрема, и смогли увидеть много модифицированных нуклеотидов в рибосоме, а в рибосоме много модифицированных нуклеотидов, которые в норме, эти модификации, метилирование в основном, это не результат работы каких-то генов устойчивости, это просто нормальное состояние рибосомы, то есть некое количество нуклеотидов в норме, посттранскрипционно модифицированы в рибосоме. Так вот, мы добились разрешения, используя рибосому из
рибосому из термофила, которая называется Thermus thermophilus, это бактерия такая, нам удалось получить очень высокое разрешение, и так, что мы даже увидели все эти модифицированные нуклеотиды. Очевидно, что было бы здорово вот как-нибудь на этой системе тоже вот этот нуклеотид получить метилированным и сделать его структуру. Естественно, мы об этом думали уже много-много лет, и вот только недавно смогли это реализовать. Проблема в том, что ERM-гены, они не термофильные, а рибосомы термофильные, и бактерии эти живут при 72 градусах. Поэтому задача у нас была довольно сложная. Нужно было найти такой ген или его сдизайнировать так, чтобы он работал в термофильной рибосоме. И дальше, собственно говоря, получить ее структуру. Вот. Но мы подошли к этому следующим образом. Мы провели анализ с помощью биоинформатики на предмет наличия гомологов ERM-генов среди многих видов бактерий. Далее мы на самом деле просто поиском комбинации букв THERM, то есть что означает термофильный, среди большого количества имен, ну или названий бактерий, нашли, допустим, 4. Вот Bifidobacterium thermophilum, термобиоспора, биспор и так далее. Нашли 4. И попробовали заэкспрессировать гены из этих 4 бактерий. И оказалось, что… Да, мы для этого использовали специальный вектор, и оказалось, что вот один конкретный, вот он здесь специально последним показан, который показывал наибольшую гомологичность с известными ERM-ами, он, собственно говоря, делает то, что нам нужно. То есть с помощью экспрессии его в нашем термофиле мы получили большой выход метилированного нуклеотида, и мы смогли это также оценить количественно, и в процентном соотношении это было порядка 60% этого рибосом из такого вот бактериального монстра оказалось метилированными. А дальше мы для этого использовали наш любимый метод рентгеноструктурного анализа. В двух словах, как это работает. То есть метод рентгеноструктурного анализа — это все равно, что микроскопия высокого разрешения с использованием не световых лучей, а с использованием рентгена. То есть рентгеном облучается кристалл вашего образца, и собственно говоря, он рассеивает лучи, и вы это записываете. Работает это в эксперименте следующим образом. Мы берем кристалл того, что нам интересно. В данном случае рибосомы, но это может быть белок, это может быть РНК, все что угодно. То есть облучаем его рентгеном, получаем картину, которая называется дифрактограмма. Дальше из этих точечек неким магическим компьютерным образом, на котором мы не будем останавливаться, мы получаем карту электронной плотности. Это, вот, собственно говоря, и есть наш экспериментально полученный, экспериментально наблюденный результат. И в карту электронной плотности мы встраиваем модель, молекулы, которую, собственно говоря, структуру, которую мы определяем. В данном случае, ну, например, я для примера взял хлорамфеникол, это тоже рибосомный антибиотик. То есть мы встраиваем модель, и дальше мы производим так называемое улучшение модели или refinement. То есть это процедура как бы подгонки, что ли, этой молекулы к плотности. То есть это такая итеративная процедура, которую можно по кругу гонять, и в результате получается плотность еще лучшего качества. И мы получаем структуру на выходе. Вот. Наверняка вы зададите вопрос, а зачем вообще нам нужен кристалл? Кристалл в данном случае работает как такой усилитель. Дифракция или рассеивание лучей, вот как здесь показано, от индивидуальной молекулы, здесь если одна молекула, его невозможно задетектировать, нету детекторов достаточной чувствительности. А вот когда у вас есть молекулы, которые все неким одинаковым образом выстроены в кристалле, это как такой, по-английски это словом array называется, то есть такой вот упорядоченный набор объектов, которые все одинаковым образом выстроены в трехмерную структуру. То есть кристалл работает как усилитель фактически. Вот. В принципе, процедура кристаллизации, она в своей теории несложная. Наверняка каждый, ну, не знаю, все ли пьют чай с сахаром, но я, например, люблю сладкий чай и занимаюсь кристаллизацией каждую пятницу на работе, когда оставляю чашку с чаем на столе с сахаром, и в понедельник, когда приходите, видите там кристаллы. Это, вот, собственно говоря, принцип кристаллизации, который используется в биологии. То есть это называется кристаллизационный трей, в
котором, собственно говоря, рибосомы или белки, которые вас интересуют, кристаллизуются. Но принцип очень простой. Маленькая капелька, и здесь некий раствор, в котором, который из многих, многокомпонентный. Там много, там буферы, соли, осадители и так далее. Но смысл такой, что объем раствора превосходит объем вот этой капельки во много сотен раз, и влага из капельки как бы высасывается этим раствором, и капелька медленно усыхает, медленно, очень равновесно. И по мере усыхания концентрация веществ не растет. И в какой-то момент она проходит вот эту метастабильную зону, и появляются кристаллы, как кристаллы сахара в чашке чая. И, собственно говоря, дальше кристаллы только увеличиваются. И результатом этого становится, вот это просто я на гугле нашел много разных красивых кристаллов. Это разные белки, не рибосомные. Вот, рибосомные кристаллы выглядят очень красиво. Они такие, они в виде таких больших иголок. И вот эта вот иголка, на самом деле, может быть 1,5-2 миллиметра даже. То есть она прямо по кристаллографическим меркам, это просто такие монстры. То есть они очень большие, и их очень легко с ними работать. Вот. А дальше кристаллы замораживаются, то есть мы их замораживаем в струе азота холодного. Это не жидкий азот, это газообразный, но он при температуре газообразного азота. Вот кристалл находится, это некая иголочка, на кончике ее находится, собственно говоря, петля. И вот увеличение этой петли, оно вот показано в нижних фотографиях. И вот когда эта петля заморожена, мы ее отвозим на синхротрон. Это самые мощные источники рентгеновского излучения, которые есть на нашей планете. И как раз именно там мы можем получить эту самую дифрактограмму от кристаллов рибосомы. Выглядит это, естественно, как космический корабль с кучей проводов, всяких там железок, винтиков, болтиков. Но на самом деле работает оно довольно все исправно, как часы. И мы получаем дифрактограмму. Дифрактограмма выглядит как огромное количество мелких точек. И по мере того, как вы крутите кристалл, эти точки сдвигаются. Дальше, как мы обрабатываем данные, естественно, я рассказывать не буду. Тут секрета нет, просто это, наверное, довольно скучно. Но результатом вот этих вот множества точечек являются карты электронной плотности, о которых я говорил. И вот тот самый нуклеотид 2058 из нашего собранного термофила Thermus thermophilus, в котором мы смогли заэкспрессировать ген ERM. И можно видеть, что появилась дополнительная плотность ровно там, где должны быть метилы. И после того, как мы сделали рефаймент, это стало еще лучше видно. То есть видно, что этот нуклеотид имеет явно более вытянутую форму, где явно присутствует что-то дополнительное. Если мы попытаемся его сравнить с таким же нуклеотидом в неметилированной рибосоме, а к счастью, у нас таких структур очень много, то можно видеть четкую разницу, что вот в неметилированном нету вот этого удлинения, нету этих дополнительных метильных групп. Также в наших кристаллах мы наконец-то научились использовать аминоацилированные ТРНК, то есть это технология, которую на самом деле довольно долго пришлось разрабатывать. Ну, не то, что разрабатывать, она была разработана, просто ее применить в лаборатории оказалось не так-то просто. То есть, грубо говоря, сделать ТРНК, выделить ТРНК несложно, но сделать так, чтобы у нее на конце была аминокислота, это как раз кажется сложным. Возможно, вы возразите, да что тут такого? Ну, берешь аминоцил ТРНК-синтетазу, который все проходили в университете, и навешиваешь аминокислоту. Оказалось, что эта аминокислота легко отваливается в течение получаса от ТРНК, и поэтому их нужно делать негидролизуемыми. В общем, сделав их негидролизуемыми, мы смогли получить одновременно не просто аминоацилированные ТРНК, но еще улучшили разрешение, поскольку ТРНК внутри, транспортные РНК внутри рибосомы, они ее, как бы, они ее фиксируют, то есть она не двигается. И как результат дифрагирует до большего разрешения, и мы можем увидеть больше деталей. Это я, пожалуй, пропущу. Так, сейчас этот я тоже про… Так вот, вернемся к нашему нуклеотиду 2058, который теперь метилирован. Он находится как раз в туннеле рибосомы, ровно там, где связываются макролиды. Вот это вот в одной плоскости здесь показано, как бы рибосому, если срезать если в медицинских терминах, как сагитальный срез мозга. Вот, можно ее срезать по-другому, и так что через туннель. И в любом случае мы видим, что данный нуклеотид находится ровно, вот он не перегораживает туннель, он ровно находится в стенке туннеля, то есть вестила ее.
если мы приблизим и посмотрим на этот нуклеотид, то мы заметим, что его положение на самом деле, за исключением наличия двух метильных групп, которые показаны оранжевыми шариками, ну на самом деле ничем не отличается от неметилированного. Вот который голубенький просто, это неметилированный нуклеотид. А желтенький с шариками оранжевыми, это метилированный. И получается, что метилированный от неметилированного положением вообще не отличается, кроме только вот наличия этих метильных групп. Поэтому из двух наших моделей, которые изначально рассматривали, ну, скажем, последние, наверное, 40 лет, вторую можно сразу вычеркнуть. То есть никаких перестроек там не происходит точно. Абсолютно это прекрасно видно из структуры. Остается вторая возможность. А не может ли антибиотик, то есть макролид, например, быть неспособным связаться с метилированной рибосомой в результате того, что метильные группы ему мешают? В данном случае мы попробовали это простым образом смоделировать, поскольку у нас есть много структур разных макролидов в комплексе с рибосомой, есть структура новой метилированной рибосомы. В данном случае я бы обратил внимание только вот на эту панель, которая снизу показана. Вот здесь это очень хорошо видно, что на самом деле метильные группы на нуклеотиде, они на самом деле, ну да, они, может быть, касаются этого эритромицина, но они не мешают ему уж точно. И объяснить тысячекратную устойчивость в результате добавления этих двух метильных групп довольно сложно, потому что, ну вот согласитесь, этот шарик никак не затрагивает зеленые шарики эритромицина. То есть получается на самом деле не вторая модель неверна, не первая. То есть то, о чем думали последние много-много десятилетий, о том, как связываются, как работает, главное, как работает устойчивость к макролидам, все неверно. Вот. Ну не то, что неверно, просто оно не подтверждается экспериментально, когда есть структура высокого разрешения. Так как же все-таки это работает? Давайте вернемся к части макролидов, которая называется дизозамин. Сахар, про который я отдельно сказал в начале, который вот есть абсолютно у всех. У него есть азот, и у этого азота есть две метильные группы. Если мы попробуем… важный момент – это то, что это есть у всех абсолютно макролидов, и без вот этой части они ни один не работают. То есть удаление, видоизменение вот этих частей полностью убивает активность макролида. То есть все, что химики делали с макролидами, оно не затрагивало этих частей, потому что любая пертурбация здесь приводит к полному исчезновению функциональности. Очень интересное наблюдение мы сделали, просто проанализировав опубликованные структуры. Ну вот, например, здесь три структуры разных макролидов – телитромицин, азитромицин, эритромицин – из одной и той же работы. И вот это самое важное для работы макролида группа в одной структуре смотрит вверх, в другой смотрит вниз, а в третьей смотрит влево. То есть еще раз, эта группа самая важная для работы макролида, и получается в трех структурах она в трех взаимно противоположных направлениях смотрит. Неправильно сказал, в трех взаимно противоположных нельзя так сказать. В трех разных направлениях смотрит эта группа. То есть очевидно, такого быть не может. То есть какое-то из этих направлений явно верное, а два других неверные. Вот. И, скорее всего, криминала здесь никакого нет, потому что разрешение было не очень высокое, как здесь показано. 3,1. У нас 2,4, а здесь 3,1. И при таком разрешении, конечно же, ее четко сориентировать нельзя. Но стало понятно, что надо в этом направлении смотреть. Это вот более подробно показано, например, ориентация этих групп в одной группе структур. Она, например, ориентирована в сторону нуклеотида 2059, что имело смысл, но расстояние слишком большое, чтобы образовать водородную связь. А в другой группе структур, в сторону от нее, это то же самое, что на предыдущем слайде показано, просто по одному. Вот. Это еще раз, чтобы проиллюстрировать, что в опубликованных работах, на самом деле, в том числе мы из моей предыдущей лаборатории, где я делал постдока, есть некий разброд и шатание. То есть в одной и той же работе она смотрит то в одну, то в другую сторону, что, естественно, не может быть. И поэтому мы решили на этом сфокусироваться. И, собственно говоря, просто переделали структуры пары макролидов, эритромицина и телитромицина с рибосомой, с целью именно не открыть их сайты, потому что они так известны, их уже много-много этих структур опубликовано, а именно посмотреть, как же все-таки вот этот вот дизозамин там, как он взаимодействует именно с рибосомой.
И тут обнаружилось, да, у нас было очень хорошее разрешение, и очень хорошо видно, как этот дизозамин и как диметильная группа дизозамина на самом деле сориентирована. И тут было неожиданное открытие, собственно говоря, главное в этой работе. Это молекула воды, которая находится как такой посредник между азотом дизозамина и N6 азотом нуклеотида А2058. Удивительно, что эту молекулу воды никто раньше не видел. Мы на самом деле проанализировали все предыдущие структуры, в том числе и наши собственные, и обнаружили, что она везде была, там, где разрешение было высокое. Просто никто на нее не обратил внимания, ну, так скажем, не придав должного значения. Оказалось, что эта молекула воды абсолютно присутствует во всех структурах. Это эритромицин, это телитромицин. И там, и здесь есть эта молекула воды. И она является важным посредником между дизозамином и нуклеотидом А2058. То есть получается, давайте суммируем, что на самом деле макролиды связываются с рибосомой не с помощью одной водородной связи, а на самом деле с помощью двух. Ну, вода, которая координируется нуклеотидом А2058, фактически является посредником связывания макролида с рибосомой. И, наверное, главной находкой, главным открытием этой работы было не то, что мы структуру метилированной рибосомы сделали, что тоже важно, а именно то, что мы открыли молекулу воды и узнали на самом деле, как макролиды связываются с рибосомой. Думаю, вы уже представили в уме, что будет, если нуклеотид 2058 метилировать. То есть вот вместо белых шариков, которые водороды обозначают, мы поставим метилы. Вы абсолютно правы. Одновременно вода и эти метилы присутствовать не могут. И поэтому на самом деле сразу же объясняет, что происходит при метилировании нуклеотида А2058. То есть при метилировании нуклеотида А2058 убирается эта молекула воды и таким образом исчезает партнер связывания. То есть макролиду больше не за что держаться. То есть макролид не связывается с рибосомой не потому, что эти метилы ему мешают, а потому что исчез его партнер, друг, с которым он привык все время там здороваться за руку. Вот. И, собственно говоря, давайте суммируем механизм устойчивости к макролидам. То есть макролид, эритромицин, как пример, в норме связывается с дикотипной рибосомой в туннеле через нуклеотид 2058, формирует две водородные связи. Одна напрямую от дизозамина к N1 атому нуклеотида А2058, а другая через молекулу воды с атомом N6 нуклеотида А2058. Если этот нуклеотид метилирован с помощью ERM-метилтрансферазы, у нас получается вода отсутствует, и вот этот набор водородных связей невозможен, и что приводит к невозможности связывания макролидов с такой рибосомой. Собственно говоря, это и есть понятие того, как работает механизм устойчивости. И главное, что понятие того, как на самом деле макролиды связываются. Для химиков сразу возникает вопрос, а может быть, можно как-то сделать из этого такой макролид, который бы связывался с метилированной рибосомой? Ну, собственно говоря, над этим сейчас и работаем. То есть это как раз то, на что есть большой запрос в научном и медицинском сообществе. Самое простое, что можно предложить, это, например, удлинить вот здесь на один атом углерода. Давайте я предыдущий слайд покажу еще раз, где. То есть на самом деле макролид связывается вот как раз как снизу показано, вот так вот в бок он смотрит. На самом деле вот здесь можно удлинить на один атом углерода, чтобы он как раз вот до этого достал. Если он может достать до 2059 и формировать с ним водородную связь, вот такой наверняка будет связываться с метилированной рибосомой. Но это спекуляции, это просто мечты вслух. Немного философии научной. Наверняка вы слышали про такой метод структурной биологии сейчас, как криоэлектронная микроскопия. И, собственно говоря, рентгеноструктурный анализ медленно, но верно как бы уходит в историю. И насколько вообще корректно задавать вопрос о том, какой метод определения структуры правильный
или лучше. Это, собственно говоря, статьи с пятилетней давности, в которых структура рибосомы была получена с очень высоким разрешением. Одна статья наша, собственно говоря, с очень высоким разрешением с помощью метода рентгеноструктурного анализа. Одновременно с этим, ну или в то же самое время, вышла другая работа с помощью криоэлектронной микроскопии, которая позволила тоже определить структуру рибосомы с очень высоким разрешением, но с помощью криоЕМ. Там тоже видны модифицированные нуклеотиды. Большая революция как раз случилась в этом методе относительно недавно, то есть в районе 2014-2015 годов, когда наконец-то появились так называемые прямые электронные детекторы, которые позволили всего лишь через несколько лет после этого привести к просто колоссальным успехам криоэлектронной микроскопии. И сейчас, если захотеть, можно получить структуру рибосомы на немыслимых 2 ангстремах с помощью криоэлектронной микроскопии. Собственно говоря, из собственной работы примеры того, как можно получить структуру антибиотика, связанного с рибосомой, методом рентгеноструктурного анализа или похожего антибиотика, но с помощью криоэлектронной микроскопии. Вы можете видеть, что на самом деле оба метода могут оказаться полезными и для того, и для другого. В общем, на самом деле важно это объект, с которым мы работаем. Если вы хотите определить структуру антибиотиков с рибосомой, то с методом криоэлектронной микроскопии это довольно сложно сделать, просто потому что сложно добиться очень высокого разрешения. То есть вот такое разрешение в 2 ангстрема — это не рутина, это многолетний труд пока еще. В то время как с помощью рентгеноструктурного анализа мы можем это сделать за несколько дней. Но рано или поздно этот метод, конечно, завоюет пространство. И тем более очень важно, чтобы этот метод развивался в том числе и в России. То есть сейчас, на сегодняшний день микроскопов для этого метода у нас фактически есть один, находится в Курчатском институте, но к нему очень проблематичный, очень сложный доступ. И, к сожалению, до сих пор нету такого микроскопа ни в МГУ, ни в МФТИ. Вот. А это, казалось бы, как раз те самые университеты, в которых его появление было бы наиболее логичным, наиболее правильным, наиболее ожидаемым. Поскольку, по примеру, наверное, большинства успешных университетов мира, то есть почти все университеты имеют такие микроскопы. Стоит они очень дорого, 10 миллионов примерно, такой большой микроскоп. Но 10 миллионов для большого университета, наверное, все-таки не такие большие деньги. Ну и в заключение, собственно говоря, хотел бы поблагодарить тех людей, которые сделали этот проект по определению структуры метилированной рибосомы, который явил собой много сюрпризов, в том числе и то, что мы всегда думали, что мы знаем, как связываются макролиды с рибосомой, а оказалось, что не знаем. Оказалось, вот сейчас только мы узнали. Это мой коллега Александр Манькин из университета Иллинойса, в котором я, собственно говоря, работаю, профессор Гема Эткинсон из университета Умея в Швеции, которая, собственно говоря, помогла нам очень сильно с биоинформатическим анализом, профессор Стив Грегори из университета Род-Айленда, который является гуру всех генно-инженерных манипуляций с бактерией Thermus thermophilus. И, собственно говоря, тех людей, которые это осуществили, это Егор и Алена из моей лаборатории, которые делали все структурные исследования, и Макс Светлов из лаборатории Манькина, который, собственно говоря, создавал этого термофильного монстра, который экспрессирует ЭРМ белки. Также хотелось поблагодарить всех коллабораторов и, собственно говоря, тех, кто за это платил. В первую очередь это грант Национального института здоровья R21, такой специальный тип грантов, который является высокорискованным. То есть для его получения не требуется никаких предварительных данных, там не очень много денег, но смысл такой, что это очень высокорискованные проекты, то есть те, которые, может получится, может нет. Вот. И на самом деле я должен признаться, что я не думал, что у нас получится этот проект, но оказалось, что все-таки Национальный институт здоровья умеет
разбираться в том, кому давать, потому что нам это удалось сделать. На этом бы я хотел закончить, и я буду рад ответить на любые вопросы. Спасибо. У нас, не знаю, у нас еще есть онлайн-аудитория, я так понимаю. Да, конечно. А вот да, Паша, да, микрофон будет работать. В начале лекции вы сказали, если у нас останется время, мы можем поговорить о том, почему основной целью для антибиотиков являются все-таки рибосомы, угу, а не другие части клеток. Да, с удовольствием отвечу на этот вопрос. Все довольно прозаично. Дело в том, что в большинстве бактерий рибосома – это очень, сейчас по-английски слово redundant, то есть как бы много раз закодированная молекула. То есть, например, в кишечной палочке 7 оперонов для рибосомной РНК. Это что означает? Это означает, что если вы хотите сделать устойчивость к какому-то антибиотику, ну не вы хотите, природа хочет, например, да, сделать устойчивость к какому-то… У одной бактерии цель убить другую, да? И она, конечно, не думает об этом, но она думает, это, наверное, как бы размышление, что ли, некого несуществующего разума эволюции. Да? Чтобы такое подействовать в нашем враге, чтобы он гарантированно был, так скажем, подавлен. Одной из находок эволюции является именно рибосома, потому что подобрать устойчивость к ней у врага очень сложно будет. В большинстве случаев это множественные гены, кодирующие 23 на самом деле и ту, и другую, потому что они обычно кодируются одним неким предшественником. И с помощью спонтанной мутации нуклеотида какого-то, да, сейчас я просто проиллюстрирую это, с помощью мутации какого-то нуклеотида нельзя вызвать устойчивость, потому что у вас будет, ну, в случае кишечной палочки, только 1/7 всех рибосом в клетке будет… То есть сложно себе представить ситуацию, в которой в клетке одновременно произойдет 7 мутаций в одном и том же положении. Да, да, что снаряд 7 раз попадет в одну и ту же воронку, причем нуклеотид будет на один и тот же поменен. То есть, наверное, я люблю этот странный пример цитировать одного из астрономов и космологов, то есть вероятность того, что пронесется ураган над свалкой металлолома и получится Boeing 747, намного больше, чем вероятность вот этого события. То есть поэтому, на самом деле, почему можете вот еще вопрос ваш перефразировать, и почему это очень важно, сейчас я в дополнительные слайды залезу. Почему, например, в клинике устойчивость к антибиотикам не возникает… Так, вот пролетел, вот здесь. Почему, например, в клинике устойчивость антибиотиков не возникает через мутацию аденина 2058, ну, допустим, на гуанин, да? То есть вот эта мутация, мы знаем, что в лаборатории это 100% устойчивость, то есть мутировать этот нуклеотид. И вот именно по этой самой причине. Потому что им надо мутировать все опероны одновременно, и только тогда бактерии, у которых рибосомная РНК кодируется одним-двумя оперонами, очень мало, например, микобактерии у них две, вот. В большинстве своем это множественное кодирование рибосомы, и в результате этого сложно очень выработать устойчивость не через, допустим, метилирование, про которое мы сегодня говорили, а через мутацию. В случае, например, ДНК гераза, ну там один ген. То есть вы мутируете, то есть это просто вопрос генерации бактерий. То есть они там, на самом деле у нас в лаборатории есть специальный штамм E-coli. Его очень много лет назад сделали, с тех пор много используют. В нем выключены 6 из 7 оперонов рибосомных. И вы берете антибиотик, какой вас интересует, ну, рибосомный. На самом деле, даже вы открыли антибиотик, и вы не знаете, он рибосомный или нет. Всего лишь одна ночь. И у вас, ну, там получается, ну, допустим, десяток клонов. И эти клоны устойчивы. Вы их секвенируете и обнаруживаете мутации, допустим, в рибосомной РНК. То есть это делается за один день эксперимент. Но это мы 6 оперонов выключили.
Вот. А в природе они не выключены, и, соответственно, они не позволяют быстро адаптироваться. То есть вот эта невозможность развития быстрой устойчивости у врага из-за вот этой избыточной закодированности, она, собственно говоря, и, наверное, привела к тому, что большинство вот молекул действуют через рибосому, потому что она сложная, очень важная, очень консервативная, ну и так далее. Знаю, смог я ответить на ваш вопрос? Да. А можно я спрошу? Да, конечно. Вот я еще будучи, когда студенткой, проходила практику в больнице, я помню тот день, когда мы лечили пациентку с инфекцией, которая была очень устойчива к антибиотикам. Нам пришлось на входе в палату одеть специальный костюм. И, конечно, когда вот случился ковид, и ты слышишь от пациентов, что мы пошли в больницу, не в больницу, в аптеку, и сами купили антибиотики, и сами их пропили, ты просто думаешь, боже мой, сколько же устойчивых штаммов мы за это время успели вырастить. И вот еще когда мы учились, мы думали, настанут ли снова времена, когда те антибиотики, которые у нас есть, будут недейственны. И вернемся мы ли мы снова во времена, когда люди начнут умирать от пневмонии и других банальных инфекций. Вот я понимаю, что ваша лекция, она уже вселила в меня надежду, но я хотела этот вопрос задать все-таки. Случится это с нами катастрофа? Или еще раз, случится ли с нами? Случится ли с катастрофа антибиотикорезистентности тотальной? Или мы но если мы продолжим бежать, а мы пытаемся бежать сейчас. Ну, я имею в виду, мы не мы с вами, а научное сообщество, мировое сообщество в плане разработки поиска антибиотиков новых. Если мы остановимся, то, безусловно, то, что вы говорите, апокалипсис может такой рано или поздно настать, просто потому что бактерии рано или поздно выработают устойчивость. Мало того, они это выработают, они поделятся со своими соседями. Я, на самом деле, в одной лекции у Константина Северинова слышал очень классное сравнение. То есть он сравнивает вот то, как бактерии распространяют устойчивость, с тем, вот вы приходите в зоопарк, и представьте, что вы постояли около клетки с тиграми и стали полосатыми. Для нас это немыслимо, а для бактерий именно так. То есть одна бактерия, грубо говоря, постояла у клетки с другой, и они обменялись плазмидой, вот, которая будет нести тот же ЭРМ. Ну, например, всем известный МЕРСА, то есть это стафилококк с множественной устойчивостью, один из вариантов его содержит плазмиду, в которой всего лишь два гена. Ну, там еще гены есть, но основные из них — это вот ЭРМ, о котором мы говорили, и СЕФАР. Оба они метилируют два разных нуклеотида в активном центре рибосомы. Отвечая на ваш вопрос, нужно постоянно придумывать новые антибиотики. Это очень дорого, очень сложно. Не всегда понятно вообще, кто как может это сделать. И это однозначно должно спонсироваться правительством, государствами. Причина… Я считаю, что я просто должен это озвучить. Причина этого в следующем. Ну вот, например, представьте, вы разрабатываете лекарство против, не знаю, высокого давления или против, ну, допустим, против, там, я не знаю, диабета. Очевидно, вы в него вкладываете миллиарды долларов, и через какое-то время, когда оно наконец-то на рынке, вы тут же эти деньги, ну не вы конкретно, а компания, которая в это вложила, так скажем, отбиваете. То есть на это уходит несколько лет, чтобы получить их обратно. А что происходит с антибиотиками? Вот ситуация нетривиальная. Это на самом деле у меня самого, я не сразу это сам смог понять. Это такая тонкая философия рынка. Вы вкладываете те же миллиарды долларов, чтобы разработать новый, ну, например, линезолид — это последний из таких известных антибиотиков такого последнего класса поколения, который действует на рибосому, тоже в активном центре, пептидилтрансферазном центре он работает, который был как бы разрешен к применению в США, очень дорогой, и на него очень много денег потратили. Смотрите, что происходит. Как только вы его выпустили на рынок, вы его вместо того, чтобы использовать в пациентах, на самом деле вы его закрываете в шкафчик на ключ и не используете. Потому что вы хотите попробовать все остальные, вот в случае той пациентки, все остальные антибиотики перед тем, как, ну все, уже ничего не работает, вот сейчас пациент умрет, вот только тогда вы достаете его и используете. И может быть даже, там, не знаю,
химический синтез на заводе этого антибиотика стоит там 5 копеек за тонну, вот просто, ну, как бы с точки зрения химии самой процедуры, а продаете вы его по цене 50 тысяч за дозу долларов. Вот. Именно потому, что это не сколько он стоит, а сколько стоит это, чтобы отбить деньги на разработку. Получается, что с антибиотиками ситуация такая странная. Она не подчиняется законам рынка. А что все, что не подчиняется законам рынка, должно быть и обязано быть регулировано некими, ну, компетентными органами. То есть на это должны выделяться средства против логики, то есть против вот этой рыночной логики, потому что иначе никак это сделать нельзя. Потому что разработка лекарства, я говорю, против высокого давления стоит столько же, если не меньше, а как бы прибыли от этого намного больше. Вот. И тут важно не путать эти понятия. Поэтому нужно бежать, продолжать бежать вот в поиске и разработке. Да, еще важно отметить, что сейчас становится все сложнее и сложнее. Ну, я как бы лично не являюсь тем, кто там вводит антибиотики в клинические исследования и так далее, но становится сложнее и сложнее их внедрять. Ну, потому что требования становятся жестче, то есть это все становится более… Поэтому то, что было разрешено к применению 20-30 лет назад, сегодня, может быть, и не разрешено к применению, а зато оно тогда спасло столько жизней. Но надежда есть. Надо нажать и держать, да. Да. Пока все остальные думают над вопросами, да нет, я это. Сегодня главный герой Юра. Я позадаю свои. Ну, Юра на самом деле мой вопрос знает, но я так начну издалека маленькими такими наивными вопросами. Вот тут был ERM, собственно говоря, это фермент, который метилирует конкретные, там, может быть, не очень конкретные всегда. Ну, нет, конкретные абсолютно, конкретные. А2058, вот его только и метилирует. Вот, и все наверняка знают, те, кто часто ходит в аптеку и покупают антибиотики без рецепта и назначают их сами себе, вот, все наверняка знают, что там антибиотики там ампицилинового ряда уже давно комбинируются с ингибиторами бета-лактамазы. Здесь наверняка то же самое придумывают. Вот есть ли ингибиторы того вот самого? Я не слышал. Это очень хороший вопрос. Я, честно говоря, не слышал ингибиторы этой метилтрансферазы. Ну, может, я не в курсе, но я в литературе такого даже близко не встречал. Вот это я понимаю, о чем ты говоришь, но нет. Такого, по крайней мере. Ну и сразу, если этого нет, может быть, на то есть причина, может быть, он настолько там, не знаю, это метилтрансфераза, я не знаю, может, она есть. То есть, скажем так, возможно, он есть сам ингибитор, как ингибитор, но, скорее всего, он будет, тут тонкий момент, скорее всего, он будет токсичен для нас. Тут же важно, чтобы в случае бета-лактамазы, там вот ингибиторы одного фермента и другого, они не токсичны для человека, потому что эти все биохимические пути нам чужды, в нашей биохимии они не присутствуют. А здесь, получается, химия, которой пользуется этот фермент, она на самом деле в клетке есть метилтрансферазы, которые метилируют рибосомные же нуклеотиды, вот, посттранскрипционно модифицируют нуклеотиды в рибосомные РНК. Они абсолютно такую же химию используют. То есть есть несколько, и они очень консервативные. Они присутствуют и у кариот, то есть у человека. Они есть даже в митохондриях. То есть абсолютно в одной и той же точке точно такое же метилирование. Я осмелюсь предположить, что, скорее всего, подобные ингибиторы будут летальными просто для всего и вся, просто по этой причине. Потому что, скорее всего, они будут заточены на химию фермента, а фермент этот… Он, по принципу субстратного ингибирования. Да, наверное, да, 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 да. То есть он, скорее всего, будет ими также заингибирован. То есть я думаю, что с этим связано. Я думаю, такая мысль посещала много кого не до одну нас. Не одну фармкомпанию, наверное, посещала. Я более чем уверен, что так оно и да, есть. Да. И отсюда у меня следующий вопрос. Ну вот, поскольку не одними… понятно, что когда ты… бактерии или ты какой-нибудь гриб, который там придумал себе способ защиты от соседей. От соседей. Да. Ты, в общем-то, такой. Ты любишь только своих и не любишь всех соседей. Правильно, так и вот. Есть.
А мы вроде на самом деле своих ближайших соседей микробиоту полезную, мы их любим. Ну, не все, в общем-то, об этом задумываются, но вот я, в частности, очень большой любовью проникся, опять же, после работы тоже в Чикаго у Саши Червонского. 5 лет я изучал роль микробиоты в различных процессах, в том числе, к чему приводят дефекты в микробиоте, особенно после приема антибиотиков. Вот, и выяснилось, что, в общем-то, с большей степенью там доказано, где-то это натянутые корреляции, которые надо доказывать, но так или иначе там показано, что ряд аутоиммунных процессов, там аллергические реакции, там, и в общем-то некоторые даже притягивают корреляцию с некоторыми раковыми процессами. Это не значит, что надо тотально запретить все-таки антибиотики, это скорее, ну, я как месседж, все-таки антибиотики надо применять там, когда вот все-таки ситуация прям вот требует того, а не… Но мой вопрос, собственно говоря, про как бы сделать все-таки такие friendly микробиота препараты, которые бы все-таки душили одних и, ну, в общем-то, не вредили нашей микробиоте тотально. Ну, это, я думаю, решаемая потенциально задача, потому что микробиота все-таки же находится в определенных местах, вполне определенных, да, то есть это кишечник, это… Ну, в основном мы про кишечник, конечно же, говорим. И задача этого, ну, то есть, я думаю, то есть, фармкомпании это способны решить это через специально таргетированную доставку антибиотиков к месту, там, где они должны быть применены. Ну, понятно, что всегда есть коллатеральные повреждения и микробиот. Наверное, это как… как бы выбирать из двух зол, что лучше умереть, но без поноса, или остаться живым, но с поносом. Наверное, все-таки большинство выберет второе. Вот как бы ужасно это ни было. Вот. Да, но тут дело даже, в общем-то, не в поносе. Ну да, это понятно, да. Да, а то, что скорее… это может привести к долгоиграющим нарушениям микробиоты в результате применения антибиотиков, да, может это раз. Привести. И да, вторая проблема, на самом деле, которую вы уже активно обсудили, это выработка все-таки множественной резистентности. Да. Потому что, ну, как бы, вот все-таки, на мой взгляд, микробиота — это наш такой щит. Да? Когда так мы… и есть. Он на самом деле нам, в частности, позволяет бороться с теми же патогенами. Не со всеми, но с многими. Угу. Просто закрывая биофильмом, в общем-то, нас и изнутри, наш кишечник, и снаружи, в общем-то. На самом деле не все виды бактерий, которые у нас в виде микробиоты присутствуют, на самом деле убиваются и повреждаются антибиотиками. В зависимости от того, какие используют. Многие антибиотики, на самом деле, самое сложное – это убить патогенов грамотрицательных. Вот, потому что грамм положительных много что убивает, а вот грамм отрицательных мало. А, соответственно, далеко не все из них будут убиты и повреждены в результате применения антибиотиков. Ну, абсолютно правильный тезис прозвучал. Это надо просто повторить еще раз, что нет ничего хуже, чем… То есть лучше антибиотик вообще не принимать, чем недопринимать, как вот вы говорили. Потому что от этого недозаконченный курс приема антибиотика, то есть мне стало хорошо, все, я больше это лекарство пить не буду. Это самое плохое, что может быть. Это хуже даже, чем если бы вы его вообще не принимали, и ваш организм иммунитетом, возможно, бы сам бактерию задушил. А так вы потенциально можете получить устойчивость, так что в следующий раз, когда та же самая бактерия вызовет ту же самую инфекцию, не дай бог у вас, то же самое лекарство уже не поможет. Вот. Это абсолютно точно. Поэтому антибиотики, конечно, крайне важно применять умно. То есть это оружие такое, которое требует тонкой настройки и понимания, как оно работает. Да. Но и, собственно говоря, я просто знаю, что целый ряд не сколько фармкомпаний, но пока что именно такой академический ресерч, они пытаются делать, они все еще вот не перешли к созданию именно таких персонализированных драгов, да, то для конкретных патогенов. Но да, вот я знаю, что это есть… основной тренд сейчас, кстати говоря. Да.
Почему, ну, как бы вот, если мы придумаем, допустим, систему, что мы быстро умеем диагностировать конкретный патоген, ну, как, допустим, с коронавирусом, вот мы экспресс-система, которая нам позволяет что, сказать, что вот этот конкретный вирус у вас, вот вам лекарство, если у вас есть лекарство. Да. Вот. И тогда вы применяете лекарство, специфичное для этого конкретного патогена, вирус, бактерия. Вот. Понятно, что если нет экспресс-системы, вы вынуждены, так или иначе, вынуждены использовать именно антибиотики широкого действия, потому что вы заранее не знаете, ну а какой у вас там патоген. Да, вы, конечно, можете подождать, пока у вас там посев вырастет, все необходимые тесты будут проведены, но, в общем-то, вы после этого можете очень быстро умереть. Но это вопрос еще создавать тест-системы, которые бы работали не пока посев вырастет, а просто next generation sequencing, по-моему, становится все дешевле и доступнее. А это же нет ничего проще, то есть отсеквенировать подряд все там нуклеиновые кислоты. Абсолютно верно. И я к чему? Что у нас не за горами, в общем-то, тот момент, когда мы там, ну, не буду называть конкретные компании в эфире, но, в общем-то, начали уже выпускать чуть ли не портативные секвенаторы, там, которые можно буквально там в ваш смартфон воткнуть, вот, там, с элементарной проб-подготовкой. И фактически вы там можете отсеквенировать, там, не знаю, содержимое ваших жидкостей физиологических, вот, и тем самым вы сможете фактически определить, там, есть у вас определенная определенный набор ИРМ, там забыл другой белок. CFR. CFR, да. Это хлорфеникол, фторфеникол резистенс. Или нет, да, и фактически вы очень быстро сможете понять, в общем-то, а кто у вас, да, да. Какой патоген и какая у него резистентность. И, соответственно, вы поймете, может быть, там это уже будет какое-нибудь приложение, я тут футурологом начал работать, так и есть. Вот, которое будет вам говорить, а вот лечить это надо так-то. Вот вам набор там наиболее правильных, ну не знаю, может быть, это все-таки приложение сначала будет для врачей, а потом уже для обывателей. Тут, собственно говоря, такой момент есть, что это такой сдвиг парадигм, который происходит, ну вот он начал недавно и, можно сказать, еще только-только в зачатке. Раньше считалось, что надо антибиотик придумать такой, который всех убивает вообще, то есть и грамм положительных, и отрицательных, и не дай бог он не будет убивать одного, будет убивать другого, нафиг такой нам антибиотик нужен, мы на него деньги тратить не будем, на его разработку. Вот. Это как бы философия, присутствовавшая, так скажем, в фармкомпаниях, ну, довольно много-много лет. И много антибиотиков есть, которые мы изучаем. Да, вот, например, мой, ну, не мой личный, а, как скажем, мой как лаборатории интерес в изучении антибиотиков, это далеко не только, или вообще, можно сказать, совсем не медицинская их часть, а скорее больше фундаментальная. Поскольку, как вы знаете из биохимии, те, кто проходил биохимию в университете, что, как правило, ингибиторы какого-то фермента – это не только потенциальное лекарство, но это еще и способ изучения этого фермента. То есть мы можем изучать. Мне, конечно, очень интересен фундаментальный аспект этого всего, то есть как антибиотики работают, как они ингибируют рибосомы, в чем механизм заключается и так далее. Так вот, у нас на самом деле вот все антибиотики, которые используются в клинике, да, это… Вот, можно сказать, вершина айсберга всех ингибиторов рибосомы, которые мы знаем. То есть мы на самом деле знаем вот очень много ингибиторов, из них только вот чуть-чуть дошли до лекарств. Ну вы спросите, а зачем же нам вообще, в чем же интерес вот те все остальные изучать? Ну понятно, что это с фундаментальной точки зрения понять, как работает рибосома. А еще среди них есть много тех, кто начали путь в фармкомпаниях, но были отсеяны. Ну, например, вот из недавнего, это не опубликовано, это вот мы как раз сейчас этим занимаемся в коллаборации. Точнее, ну вот, например, гигромицин А. Это антибиотик, который связывается тоже в активном сайте рибосомы. И это антибиотик, который был в разработках, если не ошибаюсь, в Pfizer много лет. И в итоге его закрыли. По причине того, что он не обладал достаточно, ну, вот этим широким спектром действия, то есть не убивал не всех тех, кого надо. А потом оказалось, то есть вот в исследованиях наших коллабораторов оказалось, что на самом деле этот гигромицин А является невероятно специфичным. Вот если слово персонализированный не означает персонализацию по отношению к человеку, а персонализацию по отношению к конкретной бактерии, вот он является невероятно персонализированным, так скажем, убивателем спирохет. То есть это боррелии, то есть это, соответственно,
венерические заболевания человека и такое заболевание, которое, я не знаю, в России оно, наверное, не очень популярное, но вот в Америке оно, как популярное, плохое слово, встречается. Распространенное, Lyme disease, то есть... Вот, болезнь Лайма. Это как раз вот вызывается спирохетами, которые переносят клещи. Так вот, вот этот антибиотик оказывается удивительным образом, не пройдя клинических исследований, оказался супермощным против спирохет. И он их удивительным образом убивает, и мы теперь знаем, почему он убивает. В результате строения клетки спирохет, он нехорошо проникает и так далее, и так далее. То есть он... То есть это вот пример из того, что, по крайней мере, известно нам сейчас, таких вот специальных персонализированных драгов. И было бы очень здорово, если бы в какое-то не слишком далеком будущем этот антибиотик как раз бы так и начали использовать. То есть если он бы прошел, так скажем, исследование. Вообще его на самом деле можно использовать, и это уже тоже на этом исследовании сделано, как раз нашими коллабораторами. Всего можно им... Ну, допустим, истреблять не спирохет внутри человека, а истреблять спирохет в природном резервуаре. То есть, грубо говоря, в лесу просто, так сказать. То есть в цикле развития спирохет... Лечить клещей в итоге. Там сложно. Там на самом деле олени являются распространены, там какая-то жизненная стадия. То есть их можно кормить, грубо говоря, едой, которая содержит этот антибиотик. Через это все через цикл, по циклу распространяется. В итоге они отсутствуют в клещах и не заражают. То есть можно очень хорошо избавиться от них в природном резервуаре. Ну, это как пример. То есть на самом деле многие из забытых начатых, но забытых антибиотиков прошлого могли бы получить новую жизнь в ближайшем будущем, если бы на это, соответственно, обращали внимание, то есть те, кто занимаются этим. Ну вот случайным образом открыли вот этот переоткрыли заново этот удивительный эффект гигромицина А, и это все случайности, это все заранее нельзя знать, просто случайно кто-то обнаружил, что вот он так работает, и все. И у нас очень много всего, хоть антибиотики это на самом деле и прикладная такая тема, но лекция получилась фундаментальная. Но мне все-таки хотелось бы позадавать такие трансляционно-коммерческие вопросы, потому что наверняка у нас наша аудитория, в общем-то, разношерстная, и их, конечно, интересует, собственно говоря, вот то, что ты представил, или аналогичные эксперименты, может быть, ты знаешь каких-то своих ребят, может быть, ты с ними взаимодействуешь, может быть, в общем, как это все-таки перевести в реальный продукт? Ну, а продукт — это значит, в общем-то, реальная трансляция, реальная коммерциализация. И, может быть, если это не большой секрет, у тебя уже есть какие-нибудь такие проекты, взаимодействия там с разработчиками, с фармой, где ты именно разрабатываешь совместно антибиотики нового поколения? Ну, такого с фармой прям нет, и секретов у меня тоже никаких нет. Я довольно во всем открыт. Ну вот конкретный пример, это вот на... Вот я вот на этом слайде останавливался, просто на любой из панелек. То есть одним из таких предположений, которые мы сделали, это то, что можно было бы, я говорю, удлинить дизозамин макролидов на несколько углеродных, так скажем, звеньев, так, чтобы он, например, мог образовать водородную связь с нуклеотидом 2059. Как это работает? Ну, я, например, делал этот доклад на, например, университетском неком коллоквиуме. Вот. И, соответственно, мне тут же написал e-mail химик из соседнего департамента, который говорит... Я уже сделал. Ну, он еще не сделал, нет, он пока заразился этой идеей, он говорит, о, слушай, а мы вот как раз можем вот эту, это на самом деле очень сложно, эту химию делать, вот, мы как раз хотим попробовать это сделать. И если кто-то еще обратится, и, конечно, я скажу, ну вот смотрите, я в душе химик, но не химик вот в плане лаборатории, вот я могу примерно сказать, что надо сделать, а вы уж дальше сами смотрите, как это делать. То есть это одна из идей, потому что... Макролидов хороших очень много, да, они прям это очень классные антибиотики, они для человека очень полезны, это плохо сказать, но они реально удачные, потому что на них не часто аллергия бывает, они эффективно работают в низких концентрациях, хорошо развивают, ну, грубо говоря, хорошо присутствуют в разных тканевых жидкостях при различного рода введениях, вот, то есть это удачные антибиотики.
поэтому нам нужно их арсенал поддерживать. Но вот если сделать такие, которые бы, грубо говоря, связывались, вот если мы вернемся к нашей водичке, вот которые бы связывались с рибосомой независимо от вот этой молекулы воды, то есть независимо от N6 атома нуклеотида А258, то есть было бы без разницы, есть там метил или нет. Вот такие антибиотики разработать пока никому не удалось. Вот тот, кто сможет их разработать, он, можно сказать, сорвет такой фармацевтический куш. И это абсолютно… В этой области все теперь это знают. Теперь это публичное достояние, да? Конечно. Да, это все знают. Что это пытаются сделать много-много десятилетий уже, и пока это никто не знает как. Мы тоже не знаем как. Вот. Тот, кто сможет сделать антибиотик вот макролидного ряда, у которого связывание будет, грубо говоря, который будет связываться и работать против фермной рибосомы, это будет мегапрорыв. То есть вот на самом деле сегодня я показывал такой антибиотик, который называется телитромицин вот здесь, да? У него, смотрите, у него тоже есть дезазамин, точно такой же. Но у него нету вот кладенозы, зато вместо нее вот тут такая целая группа есть. Эта группа на самом деле стыкингуется с несколькими нуклеотидами в рибосомном туннеле. И эти антибиотики, они обладают частичной активностью против метилированной рибосомы. Не полной, но частичной. И логика была простая. Давайте мы приделаем какую-то штуковину к макролактонному кольцу, которая будет связываться в другой части рибосомы, и тем самым мы компенсируем вот, нарушение связывания вот здесь. Ну, это сработало, но не… Ну, вот смотрите, сейчас у меня это тоже было… Сейчас я вернусь к слайду, который это как раз вот здесь. Вот, сейчас. Проще вот так, сейчас, секунду. Сейчас, вот. Вот. Это, собственно говоря, устойчивость. То есть декотипные, смотрите, они очень активны. То есть они просто в мизерных концентрациях, это микромоли. То есть это на самом деле в наномолярных концентрациях уже душат бактерий. Вот. И при этом, если мы посмотрим, как они работают против ферм-экспрессирующих патогенов, то есть какая-то остаточная активность у них есть на самом деле. Она не нулю. То есть эта цифра не вот такая, не сотня там, микромолей. То есть они работают, но все равно этого недостаточно, чтобы эффективно работать против ERM-метилированной рибосомы. То есть основной посыл, месседж такой, что, во-первых, эти телитромицин, солитромицин, они называются кеталидами, такой класс, ну это как подкласс макролидов, называемый кеталидами. У них тот же самый дезазамин, они точно так же связываются в сумме с рибосомой, как и, а следовательно, они также уязвимы к работе ЭРМов. И вот сделать такой макролид с таким видоизмененным дезазамином, который бы связывался с рибосомой вне зависимости от метилирования, вот это было бы круто. То есть вот это то, что многие лаборатории нацелены. Но в основном это, конечно, успех здесь может ждать, конечно, химиков, те, кто знают, умеют, как синтезировать макролиды. Не знаю. Именно макролиды или это какая-нибудь просто общая там… Ну, я вот знаю, что по химии Барри Шарпли в свое время получил Нобелевскую премию за так называемую кликс-химию, которая, в общем-то… А, собственно говоря, на основе этой клик-химии Эндрю Мейерс из Гарварда сделал платформу для… синтеза макролидов. То есть вместо того, чтобы делать хемисинтез макролидов, вы понимаете, что такое хемисинтез? Семисинтез. То есть это когда вы берете природный эритромицин, дальше 25 стадий всяких химических реакций, которые занимают неделю, с выходом 1%, вы получаете нужный вам… То есть вот такое вот сложное. То есть вы, грубо говоря, берете, покупаете запорожец и дотачиваете его напильником до Мерседеса. А Click Chemistry позволяет сразу вам собрать Mercedes из комплектующих частей. Вот, и с выходами близкими к 100%. Разработана платформа, опубликована в журнале Nature 2015 год. Последний автор Мейерс. Как раз платформа синтеза макролидов. И на этом была основана компания Macrolide Pharmaceuticals, с которыми мы работали. Они насинтезировали такое огромное количество макролидов,
Вот. Ну, они все, в общем, не обладали такими вот требуемыми активностями. Отчасти потому, что тогда мы еще понятия не имели, в чем же... Вы еще не знали про воду, да? Мы не знали про воду, про молекулу воды, что ее надо обходить. Если бы мы тогда знали... То есть вот та, на самом деле та коллаборация с этой компанией Macrolide Pharmaceuticals, которая была основана на платформе, созданной Эндрю Мейерсом, он ее был одним из соучредителей, она и явилась таким такой отправной точкой, вдохновляющим моментом для вот этого проекта. Да, я, кстати, забыл сказать еще, это очень важно, что это мы все говорим про ЭРМ и про устойчивость к макролидам. А ведь это не только макролиды. Это еще и линкозамиды, и стрептограмины Б, и еще несколько классов. И каждый класс содержит в себе даже не десятки, если не сотни драгов. То есть одним метилированием вы вызываете устойчивость сразу к сотням антибиотиков, многие из которых используются клинически. То есть тут вот природа какая умная оказалась. Да? То есть одна или две метильные группы... Так слышно? А, слышно, да. А вот еще есть третий микрофон. Еще вопросы? Да, конечно. У меня вопрос, а как быстро передается эта резистентность, если у одного человека появилась резистентность к какому-то заболеванию? Резистентность от кого к кому? Ну, если одно бактериологическое заболевание получило резистентность к антибиотикам у одного человека, как быстро оно будет у всех людей? Я не способен ответить на этот вопрос. Вопрос хороший, я не знаю ответа, правда. Это скорее вопрос к врачу, врачу-инфекционисту, который вот с этим имеет дело. Прошу прощения, у меня есть частичный ответ на ваш вопрос, но на самом деле он нетривиальный. То есть на самом деле вот все эпидемиологические службы разные в разных странах, они как раз-таки этим занимаются, как в общем-то просчитать и как предотвратить. И наиболее такая прогрессивная страна в этом направлении, хоть и консервативная в плане применения антибиотиков, наверное, это имеет смысл, это Британия. И они, в общем-то, там у них, в общем-то, огромное количество, у них есть открытый ресурс, где они открыто, непредвзято обозначают антибиотик резистентные истории в клиниках. То есть они прям каждый кейс резистентности к определенному антибиотику они прям наносят на карту. То есть вы прям видите, где этот конкретный штамм у вас выпрыгнул. Uh-huh. И фактически, ну, если интересно, наверняка у них анализ, можно вот на этом сайте, я, к сожалению, не помню, как он точно называется, но прям зайти, посмотреть и просчитать, в общем-то, как быстро у них в Британии, опять же, распространяется резистентность к тому или иному антибиотику. Опять же, там все-таки не очень быстро, потому что страна крайне жестко регулирует использование антибиотиков. А в другой стране, там, где, в общем-то, количество антибиотиков и, опять же, их использование будет менее регламентировано, уверен, что распространение, в общем-то, таких бактерий с множественной резистентностью, оно будет гораздо быстрее. А как быстро они, эти бактерии, доедут до Британии, ну, в общем-то, это вопрос транспортный. Да, и здесь еще важно добавить, что, как правило, эти бактерии, это не... То есть ими нельзя, ну, грубо говоря, инфекцию-то подхватить там в автобусе или там в общественном транспорте, в отличие от ковида. То есть это не... то есть их основное место дислокации — это больница. Вот больницы и госпиталя. То есть то, откуда... Потому что там очень много инфекций разных, одновременно присутствующих, и там у них есть возможность вот этого вот как бы горизонтального обмена. То есть на самом деле смысл такой, что без надобности в больницу лучше не ходить. Не по причине ковида, а как раз, а по причине... Нередкими являются случаи того, что человек, попадая в больницу по совершенно не связанной с инфекцией причине, ну, например, ногу сломал, заражается там какой-нибудь вот этой вот гадостью и умирает. Внутрибольничной инфекцией. Да, внутрибольничной. То есть на самом деле все вот эти вот опасные множественно устойчивые бактерии, это все в основном это вот связано с больницами. То есть вот... То есть оно, и распространение его именно оно как бы там происходит, не в окружающем, ну, скажем так, не везде, где попало.
Юра, огромное большущее просто, огромнейшее тебе спасибо, что ты пришел, что ты... Я был рад, спасибо. Отличная лекция, я получил, в общем-то, огромное удовольствие. Надеюсь, ребята и все, кто нас смотрел, тоже получили удовольствие. Вот, и я еще раз тебя благодарю. Огромное тебе спасибо. Спасибо всем, ребят, что пришли.